Бог не гарантирует нам, что море будет всегда спокойно, а наше плавание всегда успешно. Многие разочаровываются по этому поводу. Даже апостол Павел пережил 3 кораблекрушения. Люди поступают правильно и страдают из-за этого. Но нам не нужно беспокоиться. Трудности, возникающие тогда, когда Бог направляет нас туда, где мы должны быть по Его воле, становятся отправной точкой для чудес. Что есть чудо? Просто редкое событие такого огромного масштаба, что даже критики умолкают. Многие люди не верят в чудо, даже когда видят его. Христос накормил толпу тем, что было у мальчика в котомке. А потом мудрые, образованные люди требовали у него явить чудо. Иисус сказал, неверующие не поверили бы даже, если бы кто-нибудь воскрес из мертвых. Плотский разум наш слишком слаб, чтобы постигать проявление Бога, но он достаточно силен, чтобы подвергать Божьи дела сомнению. Библия описывает чудо такими простыми словами, как воздействие силы, и только так. Это не та абсурдная магия римского мифа, подходящая под нынешнее определение чуда. Чудеса – это то, что верующие люди должны переживать постоянно. Божественная сила наполняет нашу жизнь. Это 365 чудесами наполненных дней каждый год и 366 високосный год. Мы не понимаем, насколько божественны некоторые события. Бог часто действует очень скрыто. Он не трубит фанфары, прежде чем вознамерится дать рост траве или захочет помочь нам. Слишком часто мы, христиане, слышим о делах дьявола, как будто дьявол более деятелен, чем Господь. Возможно, стиль сатаны более показной, впечатляющий, зато Бог доходит до самой сути вещей. Именно это и доставляет радость его любящему сердцу. Отчего многие хорошие христиане никогда лично не сталкиваются с чудотворной силой Бога в своей жизни? Они так покорно сидят в церкви на своих местах и слушают лучших проповедников, даже плачут, молятся, исповедуются: «Господи, я верую!» Слышат слово Господне и верят Ему. А что потом? Они продолжают сидеть, ожидая от Иисуса какого-то действия и просят: «Господи, яви свою силу!» Но нет, он проходит мимо их лодки. За долгие годы моего служения я усвоил одну истину. Если мы хотим что-нибудь изменить, мы должны ступить за борт своей лодки и, наступая на волны, идти в ногу с Иисусом. Он за собой зовет нас. Он не говорит: «Держитесь, скоро приду и буду вместе с вами в лодке». Он говорит: «Идем». Что? По воде? Да. Чудеса происходят именно там. Чтобы увидеть Бога в действии, мы сами должны начать действовать, не боясь, что лодка может накрениться. Не заботьтесь о сомневающихся, не бойтесь помешать им. Если мы удобно себя чувствуем в обществе людей пассивных, у которых не было и нет настоящего послушания веры, значит, пора прыгать за борт, перешагнуть через мнение всех других людей и пойти за Иисусом, куда Он укажет. По воде чудес. Послушание замыкает сеть и
Божья сила начинает работать, и тут наступает полный контакт. Помните, что Смит Вигглсворт сказал одному сомневающемуся клирику? Книга «Деяния апостолов» появилась, потому что апостолы что-то делали. Кроме помазания, нужна инициатива. Прыгай. Нет, мы не умрем, но будем жить и возвещать о делах Господних. Как я уже говорил, христианство – это либо религия чудес, либо дело пустое. И его основной постулат – это воскресение Христа. И если его не было, то вся наша вера в Господа напрасна. Если оно было, то и другие чудеса не только возможны, но и вполне реальны. Представление людей о том, что такое чудо, бывает наивны. Бог не сделал круг квадратным, Он не изменит себе. И дав людям свободу, Он не будет одновременно ограничивать их в злодеяниях. Бог занимается не тем, что абсурдно, но тем, что невозможно. Иисус был удивительно точен, сказав однажды, что то, что невозможно человеку, легко и возможно Богу. Сотворить чудо не является невозможным для Бога, но это абсолютно невозможно для человека. Только Бог может сделать чудо. У нас нет силы совершать чудеса. Мы не какие-то водные резервуары. У нас больше общего с водопроводным краном. В водопроводном кране, как известно, нет воды. Он только дает ей течь. Это единственное, что мы делаем. Когда мы провозглашаем Слово Божье, мы высвобождаем реки живой воды из резервуара нашего Господа. Только послушайте. Я молюсь, чтоб никто из вас не забыл этого. Человека, непрестанно ищущего волю Божью, непременно обгонит человек, исполняющий ее. Раскладывание шерсти может стать уловкой дьявола и снять с нас самих три шкуры. Если Иисус сказал «иди», почему Он должен повторять это для вас отдельно? Или вы что, особенные? У Бога довольно-таки необычный календарь. Он распланирован на 1000 лет, но в нем есть один единственный день. Он называется «сегодня». Бог – Он с нами сейчас. Когда евреи вернулись из плена, и у них не было храма, оправдываясь, они говорили, что согласно пророчеству, время еще не пришло. Не время еще для строительства дома Господня. Господь их обличил через пророка Агея, сказав, что тщетны будут все их надежды на процветание, пока не сделают того, что должно быть сделано. Люди думают, что поработают для Бога, когда пробуждение придет, потому что иначе от работы мало пользы. Но ведь пробуждение приходит, когда человек решает начать свидетельствовать и проповедовать Евангелие. Еще не было ни одного пробуждения, которое бы началось иначе, чем через чье-либо конкретное действие. Thank you.
каждый может поверить в Бога, когда видит его чудеса и когда полстраны уже покаялась. Но если в этом грешном мире мы будем ждать, когда же условия станут лучше, то пробуждение не наступит. И мы слышим: «Я пойду, когда сам Святой Дух поведет меня». Но в том-то и беда, что Дух Святой не может их сдвинуть. Они говорят: «А у нас нет призвания». А я скажу: «Если вы помазанник Божий, весь мир вам открыт. Это ваше поле деятельности. Вокруг вас ничего необычного не происходит. Значит, надо уже самим проявлять инициативу. И вы, конечно, можете рассчитывать на Божью помощь. Бог ищет людей с инициативой, бесстрашных людей, людей с хваткой и воображением. Люди просят Бога послать им больше и больше силы, но они мало что делают с той силой, которая у них есть. И сейчас пришло время строить планы, отправиться к ручью, собрать там 5 самых гладких камней и сразить великана. Настало время пойти в Самарию, как сделал Филипп. Ведь даже апостолы туда не ходили, а Филипп пошел и увидел чудеса и знамения. Бесстрашный в вере может взять целый город силою Божьей. Если вам нужна победа, дайте свободу вере и отворите дверь Святому Духу. Сия есть победа, вера ваша». У истинных христиан есть 2 важные цели – говорить о вещах, которые реальны, и являть их на деле. Чем больше я читаю Евангелие от Иоанна, тем больше проникаюсь этим. Проповедь Евангелия позволяет ему воплотиться в реальности. Услышанное начинает происходить в жизни. Проповедуй благую весть, и станешь ее очевидцем. Иоанн очень часто говорит о воде. Позже мы это увидим. Химическая формула воды – это H2O, 2 части водорода и 1 часть кислорода, 2 газообразных вещества. Смешайте их в пробирке, и получится просто другой газ. Эти газы невидимы, и может даже показаться, что их там нет. Многие люди считают, что такова и проповедь. Воздух, болтовня, газ. Мы говорим о вещах, невидимых для неверующих людей. И даже более того, для них эти вещи как бы не существуют. Но если поднести электрический разряд к смеси водорода и кислорода, газовая смесь сразу же взорвется и превратится в воду. Невидимое станет видимым, реальным. Так же происходит и с проповедью. О евангельских истинах можно твердить долго, хоть до хрипоты в голосе, но без чудесного прикосновения Святого Духа эти прекрасные истины так и не смогут открыться. Они останутся непонятыми неверующими людьми. От Святого Духа как раз исходит та искра, что и воспламеняет ваши слова. И внезапно Евангелие превращается в воду жизни. Но Евангелие не может ничего изменить, пока вы его не проповедуете. Да, только при содействии и помощи Духа Божьего Евангелие становится силой Божьей ко спасению людей.
Итак, мы подошли к четырем принципам Божьего Царства, весьма важным для всякой христианской работы. Первый принцип – Иисус станет именно таким, каким ты его проповедуешь. Иисус ждет, чтобы мы говорили о том, какой он есть. Проповедуй его спасителем, и он станет спасать. Ты молчишь? Спасения нет. Проповедуй его целителем, и он будет исцелять. Ты молчишь? Он не будет. Проповедуй о его прощении или о его душевном покое, и тогда Господь дарует это тем, кто слушает его. Проповедуй Евангелие, и твое Слово Божье станет реальностью. Теперь принцип второй. Суверенная Божья воля совершается только через нас. В Евангелии от Марка сказано, что после своего вознесения на небо Иисус Христос содействовал своим ученикам. Глава 16. Хоть мы и говорим о суверенной Божьей воле, Бог осуществляет свою волю через нас, обычно призывая нас сделать что-то первыми. Суверенное вовсе не значит секретное. Многие слова это понимают неправильно и неверно используют. Бог обладает высшей властью, Он наш Господь, но это не делает Его непредсказуемым. Если мы не знаем Божьей воли, надо поторопиться узнать ее. Его слово есть Его воля. В Псалме 102 говорится, Он пути свои показал Моисею. Дела свои сынам Израилевым. Будь Бог абсолютно непредсказуем, мы бы никоим образом совершенно не могли бы верить в Него. Но мы можем положиться на Его святой и безупречно божественный характер. Суверенный Бог хочет, чтобы у нас была возможность выражать свое мнение. «Сокрою ли я от Авраама дела мои?» – восклицает он в Бытие, глава 18. И даже более того, Иисус сказал, просите, чего хотите, и дано будет вам. Теперь, каков же третий принцип? Бог действует настолько, насколько мы позволяем Ему. Наша мера определяет Его меру. Вспомните вдову, у которой был сосуд с елеем. Елисей велел ей собрать как можно больше этих сосудов. Она собирала и наполняла сосуды до тех пор, пока у нее не осталось ни одного пустого. Бог готов наполнить столько сосудов, сколько мы ему принесем. Он может спасти столько душ и исцелить столько больных тел, сколько мы дадим ему спасти и исцелить. И это в смысле не только церковном, но также относительно жизни мирской. И, наконец, последний, четвертый принцип. Иаков говорит, «Всякий добрый дар нисходит от Отца Света, в котором нет не только никаких изменений, но даже и тени перемен». А в английском переводе Иакова сказано так, «Бог, Он не изменяется, как движущаяся тень». Правильно. Солнце порождает тень, когда оно восходит. И тень перемещается. Это видно на солнечных часах, которые так показывают время. Если тени нет, значит, солнце стоит прямо над головой, находится в зените. Бог никогда не отбрасывает тени. Это невозможно, потому что Он всегда находится в зените.
И он никогда не сдвинется с этой совершенной позиции. Свет Божий не иссякаем. Не иногда, а всегда он сияет и полон блеска. Дух Божий, он не мерцает дрожащим пламенем нашей жизни. Он пребывает с нами вместе. Мы можем быть уверены, ибо Иисус обещал, что никогда не оставит нас. В заключение. Если вы провозглашаете все Его Слово, всю Его волю, без того, чтобы не замечать отдельные тексты, в угоду нынешнему безрассудному веку, тогда, только тогда сверхъестественный Бог на вашей стороне. Поэтому проповедуйте Евангелие, и Божьи слова станут реальностью. When Jesus sees these people in life danger, the arm of the Lord extends. He reaches across the boiling sea. He grips those people, lifts those people, pulls them over, looks into their eyes and says to them, because I live, you shall live also. Помните, Бог с вами настолько же, насколько Он с любым другим человеком. Только проповедуйте Евангелие, и то, о чем вы говорите, совершится.